Оренбург прибыл поезд Победы. Утром на перроне железнодорожного вокзала его встретили сотни горожан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и прочие причастные к празднику оренбуржцы. В одном из вагонов ретро-транспорта на паровой тяге находились артисты. Молодые люди играли роли солдат, вернувшихся с войны. По традиции их встречали возлюбленные и родные с цветами. После началось торжественное мероприятие с песнями и танцами. Гостей праздника приветствовали и поздравляли с наступающим Днем Победы заместитель начальника ЮУЖД в Оренбургском районе Андрей Кисельман, вице-губернатор Дмитрий Кулагин и глава Оренбурга Сергей Салмин. Андрей Кисельман рассказал, что ретро-состав прибывает в областной центр в 14-й раз. Это дань памяти и уважения всем тем, кто ковал победу на фронте и в тылу. Уважаемые коллеги, сегодня, к сожалению, время неумолимо бежит. Железнодорожников, тружеников тыла, живых свидетелей тех страшных событий осталось 92 человека. Трое узников концлагерей и 4 ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, недалеко от перрона организаторы устроили выставку советских автомобилей, в которых можно было посидеть и сфотографироваться. А после концертной программы ветеранов и всех желающих угостили кашей в полевой кухне.